Приветствую всех ветеранов Великой Отечественной войны. Но я таки постарался видеть и вас, и своего дорогого спасибо, президента. А эта иконочка, державная от нас, возьмите. Спасибо. Воинам, героям, пограничникам, павшим в боях за Родину, окроплением воды сия священные, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Войны, пограничных войск, уважаемые соотечественники, иностранные гости героического Бреста, нашей страны, нашей Беларуси, товарищи. Мы собрались в эти дни, чтобы почтить память героев-пограничников, отдавших свои жизни при защите рубежей Отечества в первые дни войны. Это были самые трагические из всех 1500 военных дней, которые пережили наши народы. Незаживающие, кровоточащие раны остаются они в нашей памяти, воплощая боль, потерь, гибель миллионов людей, воинов и мирных граждан, стариков и безвинных детей. Такова огромная цена, которую положила Беларусь на алтарь Отечества во имя свободы и независимости. Мы никогда не должны, не имеем права забывать об этом. Для нас нет важнее задачи, чем донести до потомков бессмертный подвиг отцов и дедов. Ценой своей жизни спасли они мир от коричневой чумы, подарили людям планеты светлое будущее, а нам эту свободную и чистую землю. Белорусский народ свято чтит свое героическое прошлое и дорожит им. Одно из свидетельств этому – возведение памятника стражам границ. На территории страны немало величественных памятников, но долгие века призваны они увековечить память о тех, кто шагнул в бессмертие. Парадно! На одного линейного дистанции! Выше на оборот! Как тебя зовут? Как? Люда? Юля, да? А
где мама твоя? Ты с бабушкой ходишь? С бабушкой, да? Бабушкой. Ну, креплю сюда. Добрый день. Здоровья. Добрый день. Иван тоже. Рада вас приветствовать в нашем многострадальном храме, храме воина, храме солдата, храме, который выдержал все эти испытания, кои выдержал и весь наш народ. Храм воскрес, вознесся и приобрел былые очертания. Многое благое лето и вам, господин президент. Я желаю вам терпения, мужества и всенародной поддержки. Самые короткие сроки.